Всем добрый день, клуб «Трубостроитель». Сегодня с Антоном Мамаевым покажем еще работу над захватами. О чем речь? Вот я проиграл захват, допустим, здесь, там у нас 50 на 50, кто кого, там или я защищаюсь, но прихватил ручку, вот таким образом, да? Держим захват. И вот отсюда что? В принципе, он начнет сейчас работать, и я улетел. Мы сейчас попробуем его руку нейтрализовать, но не подтягивая, не за отворот, а я пытаюсь весь вес свой силы приложить к кисти. Для этого я вот не такое амплитудное движение делаю, потому что мне не позволит, я улетел. А движение коротенькое, приседая корпусом, и вот захватил кисть и потом взял захватик. И партнер отсюда, сейчас я хотел бы, может, руку подубрать уже, да? Но неудобно. Отсюда партнер падает за цепы, отсюда партнер падает задняя подножка, ну и все прочее. Еще разок. Нормально? Вот отсюда. Движение, приседая, и коротенько вот такое. К себе кисть. К себе. И вот движение вот такое. Прихватил. Дальше. Захватик и полетели. Весь смысл в том, что я работаю против кисти, не против всей руки. Она у него может быть здоровее, и локоточек гуляет, мне не закрутить, а через скручивание на кисть, что, в принципе, правда, не запрещено. Нормально. Все, спасибо.